жилищного строительства, у других строительных компаний. Естественно, жилье эконом-класса и малогабаритное расходятся, как есть в народе выражение, как горячие пирожки. У нас на корню раскупаются малогабаритные квартиры эконом-класса в жилом комплексе «Восточный». Сдавали дом, соседний дом был на завершении. Я спросил, сколько в соседнем доме не продано. Сказали, 3 квартиры. Квартиры, которые еще только дом выходил из фундамента, уже начинали тоже продаваться. Поэтому строительный бизнес сейчас должен ориентироваться на спрос. А спрос – это жилье эконом-класса, это жилье не высокой цены. Тем более, что ипотечное кредитование несколько сократилось, люди стали менее охотно брать ипотеку.